Айвовый компот – очень ароматный напиток, который вы и ваши родные с удовольствием продегустируют в зимние дни в теплом или прохладном виде на десерт. Готовится он очень быстро, за 20-25 минут. Ингредиенты указаны на две емкости объемом по 1 литру. Айву выбирайте спелую, сочную, без червоточин, желтого цвета. По желанию компот можно приготовить методом двукратной заливки кипятком мякоти в банках, но в таком случае мякоть нужно выдержать в воде с лимонным соком, чтобы она не потемнела. Айва 1 кг. Вода 1,2 литра. Сахар 1 столовый кон. Лимон 1 дробь 4 штуки. Количество порций 1-2. Подготовьте указанные ингредиенты. Айву очистите от семян и промойте в воде. Действуйте очень быстро, так как мякоть айвы моментально темнеет от соприкосновения с воздухом. Кожуру с фруктов удалять не нужно. Нарежьте очищенную мякоть ломтиками в кастрюлю или казан, в которой собираетесь варить компот. Всыпьте в емкость сахар, нарежьте четверть лимона ломтиками и добавьте в емкость. Вместо лимона можно использовать лимонную кислоту, всыпая ее на кончике ножа. Влейте горячую воду и поместите емкость на плиту, доводя до кипения. Ошпарьте банки и крышки кипятком и влейте в них айвовый компот вместе с кусочками фруктов, предварительно удалив лимонные ломтики. Дайте заготовке остыть, а после перенесите ее в кладовую, подвал или погреб до наступления зимы.